Бдительная пенсионерка распознала мошенническую схему и отказалась передавать деньги преступникам. В Тюмени в полицию обратилась женщина и рассказала, что ей поступил телефонный звонок. Неизвестный сообщил, что ее дочь якобы спровоцировала ДТП, и теперь пенсионерка должна снять со счета все свои сбережения и передать курьеру, чтобы спасти родственницу от уголовной ответственности. Девушка говорила: «Мама, спаси меня, я попала под машину, девушка меня сбила, меня делают виноватой, мне нужны деньги, здесь защитник, требуется сумма», и передала трубку другому человеку. Женщина мошенникам не поверила и уточнила информацию у дочери. Сейчас личности злоумышленников устанавливаются, возбуждено уголовное дело по статье «Попытка мошенничества».